Так, МКС. Сейчас он, к сожалению, подлетая к Луне, попадет в тень Земли и исчезнет. Затухает. Так. Очень хорошо. Самое время сообщить, сегодня 16 сентября 2021 год. 20:20 по Киеву, Харькову. Так, Луна есть. Пошли еще Сатурн. Посмотрим с Юпитером. Один 1,378 уже миллионов километров. Посмотрел и уточнил расстояние до Сатурна. Я четко вижу очертания кольца на фоне ядра Сатурна. Это очень классно. Так, поехали. На Галилеевы спутники посмотрим Юпитера там сейчас. Европа. Ниже Ганимеда. Не Европа, Ио ниже Ганимеда. Справа от Юпитера должны быть. Есть. Да нет, Европа ниже Ганимеда, потом идет Ганимед. А слева от Юпитера Ио и Каллисто. О, смотри, как хорошо. Уменьшил выдержку
и вижу экваториальную полосу Юпитера. Так, это у нас ISO 800 ради съемок МКС я сделал. Сейчас буду снимать на ISO 125. Может, почетче все рассмотрим. Погода вроде даже получше, чем вчера. Ладно, пошли к Луне. Традиционно закончим. Так, она у нас за деревьями спряталась, да. Немножко сманеврируем. Вот, мне говорят, телескоп покупаю. Ну, мне нравится то, что я 3 минуты назад сидел дома, опомнился, схватил штатив, фотоаппарат в одну руку и помчался снимать МКС. И сейчас слева направо переставил, аппаратура своим ходом по ходу съемки. Так, ладно. ВАЗ-25 по Киеву в Харькове. 16 сентября 2021 год. Дубль 1. ISO 800.